Всем привет, друзья! Мы продолжаем играть в одну Харви. Взрыв мозга. Я надеюсь, что вся эта галиматья с сериями пройдет у меня. В общем, я не знаю, как ты, но я забыла про пузыря. И нам надо как-то сделать так, чтобы он пошел быстрее. И мы могли забрать главный ключ. Извиняюсь. В смысле, извините. А вот и следующий выход. Я все продолжаю болеть. Так как пузырю мы можем выйти. Да, мы можем выйти сейчас, короче, проехаться. Там господин этот какой-то стал. А вот и следующий выход. Сейчас надо прыгнуть вниз. Господин Мантл у нас стирается. Так, окей, пойдем. Пойдем к пузырю. Да иди ты уже, Эдна. Бесит она меня. Так, это... Надо ключ. Как раз мы и будем изготавливать ключ для этого. Как же долго туда-сюда ходить. Ну иди, я же нажимаю тебе. Еще выше. Что у нас тут? А, тут, короче, надо составить ВЦ. И надо включить свет здесь и здесь. Так, это у ключника. А это... это там, где дела или чё? Я вижу тут какой-то шкаф. А, нет, это что-то другое, наверное. Короче, ладно, сначала пойдем к ключнику. А, шкаф это... Это здесь. Нет, не здесь. Это у меня. Это выше надо. Да почему вниз ты идешь? Вверх. Это же здесь, правильно? Стоп, как мне про... А, через эту. Так, окей. Вспоминаем первые серии. Шизы. Да, это здесь. Как он меня не поймал, я не понимаю. И куда он пропадает постоянно? Окей, давай в решетку. Потому что другой путь, он в нашу камеру идет. Да, вон там, справа. Окей, сейчас проверим. Сразу вспомнила вот эти вот первые серии, когда мы пытались убраться просто из своей камеры. Это было очень долго. Нет, это не та комната. Блин, ну ладно. Тут вообще нету. Пойдемте сначала к ключнику тогда. Может, это это? А, нет, по-другому выглядит вообще. И тут нельзя включить свет.
А, может это? Да нет, вроде. Что поговорить с Алюменом? Привет, Алю, старый приятель. О, привет, Эдна. Думаешь, это сработало? И я смогу стать ясновидящей? Давай это попробуем. Уже сработало. О чем я сейчас думаю? Ты думаешь о плантации сахарного тростника? Да, почти. Очень близко. И чё, и всё? Ну ладно. Так. Вниз. Здесь у нас включен свет. Ай, блин, нам же надо было по лифту. А как в него попасть? А, все поняла. Вот сюда, по-моему. Да, вот здесь. Ну иди, Эдна. Давайте спустимся. Кстати, нам надо клину взять. А, у нас еще медаль есть. Медаль надо положить в кастрюльку. Где моя кастрюлька? Ладно. Ладно, окей. А глину надо размочить, все окей. Все сейчас будет. Я очень часто повторяю слово окей, я знаю. Нет, это не здесь, здесь включен свет. Блин, тут же нельзя попасть, я забыла. Почему все так сложно? Иди. А, ну мы только здесь можем пройти. У меня есть... Давай уже. Так, ты... Да-да-да. Пойдем. Хотя бы сюда, может быть, надо. Здесь надо включить свет, да? Точно. Ну, вообще похоже. Здесь, наверное, не надо. Так, а теперь ключник. Идем к ключнику. Ой, туда-сюда двери открываются, закрываются, открываются, закрываются. А вот и следующий выход. Да, это именно он. Так, у нас здесь должен быть выключен свет. Идем к ключнику. Здесь надо включить. А в это время неподалеку. Все правильно я сделал. Ах да. Включить, выключить. На что, черт побери? Эти мониторы. Да, получается, рисунок. Это же послание.
Даже мониторы тебе говорят, иди посы. И что, и все? А может еще с ключником поболтать? Привет, принцесса! Привет, ключник! Что ты еще знаешь о докторе Марселе? Он больной человек. А, его это... ведь узнали, как он это. Возвращаясь. Как оказаться по ту сторону решеток? Ты, конечно, найдешь дорогу. Может, по системе бельевого лифта? В подвале есть еще один выход. Только не рискуй зря. Если ты упадешь там без мягкой подкладки, ты сломаешь себе все кости. И тогда мой план пропадет. Спасибо за заботу. Я думаю, теперь я знаю, что нужно делать. Удачи, Эдна. Есть ли у тебя еще вопросы? Так. Ну, у нас есть медаль, ее, она из чистого золота, ее расплавить надо. Мне нужно идти. Передавай привет Свободе. Глину надо, чтоб она размокла. Окей. А, тут где-то туалет есть, по-моему. Да. Глина. Не использовать, я хочу глину. Круто! Потоп! Чё у нас? У нас мягкая глина теперь есть. Теперь мы идем сюда. Поехали. Вперед! Давай быстрее уже едь. Вот и следующий выход. Езжай, в смысле. Так, да, нам надо сюда, чтобы расплавить глину. И чтобы взять ключ. Пока его кто-то до нас не взял. Решетку еще закрыть. А, все. А, не, может сразу надо было? Ай! Горячо, черт! Так я к ней не подберусь. Я хочу решетку убрать. У нас есть прихватки. Должно получиться. Так, теперь у нас дымящаяся кастрюля. Здесь мы все закончили, по-моему. Нам надо взять ключ, это самое главное. Эдна, куда ты идешь? Так, это у нас сюда и по лестнице вверх. Я сама для себя говорю, потому что я путаюсь. Ну и вверх. Она почему-то бегает по холлу, я не знаю почему. Ой, неужели мы наконец на свободе окажемся? Где ключ? Разноцветно. Что разноцветно. Ну что, с ключом убежал, что ли? Так, короче. До меня дошло, что
Пузырь носит с собой ключ. Пошел-то он в туалет. Поэтому мы как бы немножко стыбзим. Эй, не смей! Черт, ключ висит на ремне. Нужно придумать что-то другое. А просто так кажется, так я смогу сделать утиск. Ого, получилось? Я Шерлок Холмс. А ты доктор Ватсон. Это я, Холмс. А ты Ватсон. Не, Ватсон это ты, а я Холмс. Что там происходит? Я Холмс, а ты комиссар Мегре. Договорились. Хорошо, договорились. Все, свалили, короче, от него. Теперь нам надо это все размягшее, и нам надо обжигать опять. Обжигать опять ритм. Поэтому мы пойдем к тому чуваку. Все как запутано. Здесь, по-моему. Да, и потом вниз. Хотя, по-моему, можно было найти более короткий путь. Я почему-то пошла именно так. Ну иди. Почему-то я говорю, что именно к этому чуваку, хотя мы просто идем к печке. Потому что тот он начал копать дальше и дальше. На свободу. Да не подойти к слепку, а использовать его. Хорошо. Все. Теперь мы его должны взять. Должно сработать. Хорошо, а теперь золото вылим в форму. Да, ладно. И надо... Ну, как мы ящик открывали, ножичком... Неплохая мысль, эту... но надо дождаться, пока форма остынет. Мы можем как-нибудь ускорить процесс? Водой облить? Не знаю, как еще ускорить процесс. Да, блин. Все, пошли. Здесь можно. Здесь же кухня. Кстати, где тут все повара, там, кухарки, я не знаю. Хорошо. Клево. Вода охладила расплавленное золото. И теперь мы можем вытащить. Этим я должна вытащить ключ. Ух ты! Я сделала это! Свой собственный главный ключ. Хорошо. Теперь надо идти к ключнику или что? Или сразу выйти на свободу? Чё, ход в замок? Да. Наконец-то я свободна. Ура! Идем же в зоопарк. Не получится, Харви. Я должна найти доказательства невиновности моего отца. Тогда я надеюсь, что они находятся внутри этих высоких стен. Что? Черт. Одновременно. Нифига тут здание. Все-таки тут 5 этажей. Ну, если заключать камеру Эдна. Марсел пришел. Что случилось? Почему никто не ест? Доктор, у нас проблемы. Халгар и Шизель пропали. Доктор, у нас проблемы. Одну проблему я только что решил. Доктор, катастрофа! Эдна сбежала! Шизель, сколько раз пациенты убегали из наших камер? Вы имеете в виду в день? В среднем около 3. И сколько из них преодолели каменные стены? Ну, ни одного. Правильно. Ни одного. Правильно. Попасть сюда или выбраться отсюда можно только через главные ворота. И даже если она сможет открыть ворота без транспортного средства, она не уйдет ни на километр. Она где-то на территории. Обыщите все этажи и в конце концов отведите пациентов на обед. А я вылезти могу. А сейчас обед, то есть, по-моему, сейчас уже ужин, судя по... Правильно, то есть, то, что я взял? Они уже ни на что не годны.
Они уже ни на что не годны. А гаечный ключ надо взять. Так. Как-то... А это использовать? Хм, закрыто. Вечно одно и то же. И как я теперь попаду внутрь? Почему одно и то же? Тебе миллиард раз уже стирали все. Это не ключ от машины. Как, где эти я ключ от машины-то достану? Что, мне опять сюда зайти? Надо к ключнику идти, получается. Нет, не сюда же. Стоп. А как я попаду тогда? Они же там везде стоят. Блин. Валим. Как они там оказались, блин. Ой-ой-ой. Там стоит шофер доктора Марсела. Не плачь по мне, Аргентина! Правда это? Эй, кто здесь? Я лучше поищу другой. Чёрт, уходи. Какой? Не подскажешь? Но здесь у нас не удастся уже. И здесь тоже. С этой стороны не получится. А поварам как бы пофиг, или они меня тоже застукают? Я сначала через эту дверь попробую. К лимузину пойду. Прожектор можешь оторвать? Уходи быстрее! Кто это был? А, мы так отвлекли его. Беги быстрее, Эдна. Неужели все так просто? Яппи куда-то ушел. А чё, а куда? Ниже. А нафиг я тогда наверх? Там стоит водитель доктора Марсела. Не плачь, правда? Кто здесь? Поищу другую дорогу. Но я в замкнутом круге уже. И туда нельзя идти. Опять пузырь, наверное, блин. Надо, получается, наверх идти. Блин. Тут все открыто. А, блин, зачем я туда пошла? А, нет, его тут нет. Окей. Я к себе в камеру не хочу. Здесь тоже не получится. А, это мы туда вернемся. Да почему все так запутано стало? Да мы просто по кругу прогуляем сейчас и все. А все, мне больше некуда идти. А, может, решетку можно открыть? Почему я только сейчас до этого додумал? Да.
Главное, ключ же все двери открывает. Привет, принцесса. Как успехи? Отлично. У меня теперь есть главный ключ. Ну, тогда выпусти меня. Тогда мы перейдем ко второй фазе моего плана. А ко второй фазе его плана мы перейдем в следующей серии. Вот так. Вот так мы плавно перешли к концу и... Да. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям. И все. Всем пока.